Татьяна Оленина выступает в хоре ветеранов при Центре культуры и досуга в НЕФ. Начала заниматься вокалом в оперете ДК, которая была очень популярна в городе в советские годы. После выхода на пенсию Татьяна Евгеньевна решила вернуться к любимому занятию. Мне всегда это нравилось. У меня семья поющая. У меня мама до 85 лет пела на сцене. Прекрасный у нее был голос, прекрасная сопрано. Как и остальные участники первого городского вокального конкурса для пенсионеров «Серебряный возраст», Татьяна Евгеньевна прошла отборочный тур, по итогам которого вошла в состав солистов гала-концерта. На прослушивании Татьяна Оленина представила песню Валентины Толкуновой «Если б не было войны». Это песня женщины, оставшейся после войны одинокой. Я вот, вот сердцем это чувствую, и я думаю, что, по крайней мере, не знаю, как по звучанию, эмоционально, мне кажется, удается, пытаюсь я передать эти эмоции. Конкурс «Серебряный возраст» посвятили предстоящему празднику – Дню Победы. Организаторы отмечают большой интерес со стороны солистов, их неподдельную любовь к музыке и желание поделиться своим творчеством со зрителями. После двух прослушиваний жюри отобрало 11 вокальных номеров. Я увидела горящие глаза, такую преданность песне, такой интерес вот к этому. Этот конкурс дал участникам возможность выйти вот на новый уровень. Финальный концерт городского конкурса «Серебряный возраст» пройдет 9 апреля в молодежном центре. Начало в 5 вечера. Дарья Цыпарыгина, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.